Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим с вами об одной очень интересной заповеди, которую можно найти на страницах Священного Писания. Дело в том, что, как вы, возможно, знаете, сейчас в Израиле период после празднования праздника Песах, и религиозные евреи, живущие в Израиле, живущие в мире, в этот период исполняют заповедь, которая называется «Сфират Омер», что значит «отчет снопа». Что это за заповедь такая интересная? Как вы знаете, на страницах Священного Писания есть разные заповеди, которые некоторые из них хорошо известны, некоторые из них малоизвестны или даже вообще не замечаются в рассуждениях. Но и эту заповедь, наверное, можно отнести к одной из таковых. Если мы с вами прочитаем книгу Левит, 23 глава, 10-11 стих, книга Левит, 23 глава, 10-11 стих, здесь записано. «Объяви сынам Израилеву и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать мне жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Как я уже сказал, омер это означает означает сноп, и здесь речь идет о снопе, который состоял из злаковых растений, то есть это могла быть или пшеница, или ячмень. И мы с вами имеем дело с прямой речью Господа о том, что этот сноп нужно было принести в храм. Понятно, что сегодня храма нет и исполнить эту заповедь невозможно, но нам гораздо важнее не то, что нужно было сделать в данном сегодняшнем рассуждении, сколько важнее, когда это нужно было сделать. Обратите внимание, сноп злаковый, раввины говорят, что здесь есть намек на мацу, то есть на опресники, которые, как известно, делаются без закваски, без хамец. И естественно, что в период празднования праздника Песах ни в одном еврейском доме хамеца быть не могло. И вот в этот самый период человек должен был принести в храм этот сноп для того, чтобы священник мог его вознести пред Господом. Священник в древности делал это, принося пред Господом, произносил молитву, в которой он просил Господа о том, чтобы все снопы в Израиле были подобны этому снопу, а приносили ему, естественно, самое лучшее. Но, как я и сказал, для нас гораздо важнее не то, что было сделано, а на то, когда это было сделано. Мы с вами прочитали: на другой день праздника вознесет его священник. Здесь переведено как праздник, есть перевод на следующий день за вдохновением, на следующий день после покоя. И все эти переводы, в принципе, верны, но если мы прочитаем с вами этот текст на иврите, мы увидим, что здесь написано «мимахарата шаббат», то есть после шаббата, после субботы. Те переводы, они в той или иной степени пытаются разъяснить, о какой субботе здесь идет речь, но нам стоит на это взглянуть повнимательнее. Как мы уже говорили, если кто-то из вас не смотрел, я весьма рекомендую посмотреть урок, который называется «Две субботы, одно воскресенье». Так вот, как я уже говорил, в еврейской традиции, в еврейском народе, каждый седьмой день недели – это шаббат, суббота. Но есть еще субботы, которые не являются седьмым днем недели. Это первые и последние дни некоторых праздников, праздники некоторые. И если бы мы посмотрели ниже, в 23 главе, в 39 стихе, написано, что Бог говорит, что первый и последний день праздника кущи являются субботами. Именно являются, не называются даже и не приравниваются, да,
буквально написано, да будет этот день субботы у вас. Далеко не всегда, когда на страницах Священного Писания речь идет о субботе, это означает, что речь идет о седьмом дне недели. А отсюда возникает вопрос, в том тексте, в котором мы прочитали, какая суббота подразумевается? Подразумевается ли день праздника, например, первый день Песоха? Теоретически это может быть так и так. Но вот на что нужно обратить внимание. Почему-то, говоря об этом дне, Господь не устанавливает дату. Практически все еврейские праздники, кроме еще одного, о котором мы чуть позже скажем, практически все праздники, связанные с исполнением заповедей, имеют датировку. Песах, праздник постановления кущей, праздник искупления, день искупления, Йом-Кипурим. Все они имеют даты. Почему же здесь даты нет? С другой стороны, мы должны понимать, что суббота, как седьмой день недели, в отличие от других праздников еврейских, не имеет даты. Это просто каждый седьмой день недели. Это может быть любая дата в месяце. И вот если мы будем смотреть на этот текст, как на то, что речь идет о седьмом дне недели, о субботе, как седьмом дне недели, то после субботы следует день, который в русском языке называется воскресенье, а в еврейском называется решон, что буквально означает просто первый день недели. Интересно, что вот этот день, о котором мы с вами прочитали, когда священник должен был вознести омер пред Господом, он получил название в еврейском языке Йом Рашит, что, собственно, тоже от того же самого названия решон. Возможно, он получил такое название, потому что нужно было принести первый сноп. Такое толкование возможно. Но вместе с тем, с учетом того, о чем мы сказали выше, вполне может быть, что эти вещи абсолютно связаны. Почему же это так важно? Давайте прочитаем еще один текст, который мы находим в книге Левит. 23 глава, 15-16 стихи. «И отчитай себе от первого дня после праздника», Махарата Шаббат здесь опять используется, «от того дня, который приносите сноп потрясения 7 полных недель, до первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда приносите новое хлебное приношение Господу». Здесь речь идет об отчете до еще одного очень особенного дня и... Возможно, вы уже догадались, что речь идет о празднике Пятидесятницы, или как он в Израиле называется, празднике Шавуот. Что интересно, это второй праздник, о котором, как мы и упоминали выше, не установлены его даты. Нигде на страницах Библии вы не найдете, чтобы Бог говорил, или Священное Писание говорили нам так или иначе, в какой день должен праздноваться праздник Шавуот. Почему? Да по той же самой причине, что начало отчета до этого дня, а мы с вами прочитали, что нужно было считать до этого дня, начало отчета было плавающим. Оно могло быть в неустановленную дату. Да? То есть на этой неделе, в этом году это было 18-е, Нисана, до этого это была другая дата. И посему получается, что и праздник Шавуот не имел установленной даты. В дальнейшем, конечно, раввины приняли аллахическое постановление, которое закрепило, так же как этот день Рашид за определенной датой, так же и праздник Шавуот, но в древности не было так. Почему это так важно и так интересно? Дело в том, что если мы посмотрим уже на Новый Завет, и опять-таки я здесь вас отправляю к моему уроку «Два шаббата, одно воскресенье», день, в который воскрес Иешуа из мертвых. В тот год это было 18 число месяца Авив, месяца Нисан, как он в дальнейшем стал называться в еврейском языке. Так вот, в этот первый день недели, Йом Рашид, это был тот самый праздник, который священник должен был вознести первый сноп, лемахарата шаббат.
И поэтому, когда апостол Павел пишет в послании к римлянам, например, 8 глава, 29 стих, говоря о Иешуа, об Иисусе как о первенце, да, говоря как начатке, это все смысл толкования слова, этого самого слова «рашид». В первом послании к Коринфянам, 15 глава, 23 стих, послание к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. То есть Павел оттуда, из этого дня черпает эти идеи. И именно в этот день воскрес Иешуа из мертвых. Теперь, до чего считали в тот год? Тоже до дня Пятидесятницы, до праздника Шавуот. Праздник Шавуот имеет много глубоких смыслов, и мы наверняка об этом поговорим, ну, если не в следующем уроке, то через пару уроков. Но сейчас я только хочу сказать, что один из глубочайших смыслов или символом праздника Шавуот является праздник освобождения. Именно освобождение принес нам Машиах. Он был первым, рашид. Что интересно, кстати, в год выхода еврейского народа из Египта, а выход из Египта называется в иудаизме искупление первое, тоже 18-го Нисана. На 18 Нисана выпал этот день рашид, и еврейский народ, как и обещал перед фараоном, в этот день совершил празднование, принес жертвы. И многие говорят о том, что таким образом еврейский народ пророчески отпраздновал воскресение Иисуса Христа, Мессии Израилева, из мертвых. А посему жаль, что эта заповедь остается часто незамеченной среди верующих в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благослови вас всех Господь. Поздравляю с приближающейся субботой. Шаббат шалом.